Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, на спортіку. Сьогодні в гостях людина, яка робить свою роботу одним оком. Ось десь так. Це спортивний фотограф. Стас, як Стас став взагалі фотографом? Розкажи, будь ласка. Такий вопрос І, навіть це було ще з інституту, по крайней мере, влічення почалось. Точніше, навіть не так. Перший раз, взагалі, по-моєму, в школі я поїхав. С классом какое-то путешествие отец мне дал пленочный фотоаппарат. Я понятно, что ничего в этом не разбирался. Вот что-то там отснимал. Лупаши все пидряд. Все да? педря, да. Ну только там кадров, наверное, было, не помню, 24 или сколько. Вот. Но ну, и в итоге мне отец огорчил, что пленку я засветил, поэтому wow. ничего из этого не вышло. Вот. Ну, и уже ближе к, к институту у меня это как-то возродилось. И Сначала я у родителей брал фотоаппарат, потом уже после института появился мой личный фотоаппарат. Угу. Я, конечно, недавно пересмотрел эти кадры, там, конечно, смех и грех, но тем не менее. Такая но репортажка сэ, сэ, неслась. Вот. Ну, а уже более зрелый такой возраст... Вот же ты не дай все выходит. Ну, нет. Я ходил на курсы в одну из наших школ, фотошкол. Это еще был 2008 год, если не ошибаюсь. Вот. То есть, познал какие-то азы, а дальше просто купил себе технику саму простую. И это была не коммерческая съемка, угу. это просто было как для себя. Там друзья, Зрозумели, семья и так далее. А как Стас стал спортивным фотографом? Тоже довольно такая интересная история. Я вообще с баскетболом дружу еще с института. Угу. Даже не с института, а еще с, с окончания школы. Вот. И Занимался баскетболом, и потом у меня был большой перерыв лет 5, наверное, перешел я на футбол. Но как-то получилось так, что меня пригласили на игру Днепра это был, по-моему, конец 2017 -го, -го года. Я захотел с собой фотоаппарат. Сидел я в пшенике э с таким коротеньким, 50 мм. Вот Понятно, что далеко не доставало. Но Все тем не менее, Да, я про это вот, и я тогда смотрел игру, я тогда опять это все у меня чувствовал, всхлипнулись опять, э, вспомнил, как это все происходит, и плюс это все я еще параллельно наблюдал через видоискатель, через фотоаппарат, uh -huh. вот, и у меня это стала традиция, я начал ходить на каждые игры, постоянно брал свой фотоаппарат, постоянно снимал, выкладывал вот фоточеты, и как-то спустя, наверное, где-то год неожиданно поступило мне предложение, что вот у нас есть фотограф, который сейчас... С клубу. С клубу, да. Который сейчас там, меняет квалификацию или куда-то уезжает, я уже не помню. И не хотел бы ты угу. занять его место. Я, конечно, тогда очень обрадовался, но вот с этого все началось. Вот уже третий сезон. А кто Станислав... Если не фотограф, чем ты занимаешься, на кого ты учился? Ой, у меня вообще специальность техническая кибернетика. Довольно сложно, Фу. да. <laughs> да, техническая кибернетика. Тебе, в, в диете ты, учился. Ага, ага. Тебе смусило вчитывать, чи ты сам ну, ну, у меня всегда было, скажем, такое, как натнение компьютерной всей этой специализации, ага. и так далее. Да. То есть я пошел по этому направлению. Просто я еще заканчивал лицей в диете, поэтому там все так сложилось. Вот. И так, если по большому счету взять, то это у меня специальность, скажем, я не даю ей процентов времени своего, потому что больше времени занимает у меня другая работа. То есть у меня совершенно противоположная э, от фотосъемки. Деятельной. Что это за работа? Банк. Банк. Боже ты мой. <laughs> э, никто из коллег не просит. Стас, а сфоткай меня, будь ласка. Ну бывало, чтобы... немного, но бывало. Yeah. Yeah. Да. Да. Тебе ценно... Я как бы не сильно это пытаюсь продвигать. Uh -huh. То есть я такой скромный фотограф. <laughs> <Вот>. <laughs> Поэтому, ну, вот. А здесь просто что совпало, это и хобби фото, и хобби баскетбол, это двойной эффект. Я бачу, как ты постійно ползаешь там по паркету просто. Тебя есть какие-то рабочие штанцы? Да нет, вот в чем есть, в чем. Ну, шкода, ну потому что ты там в таких позах валяешься иногда на паркете. Да, я даже об этом не задумываясь. когда оно идет, забываешь немножко об этом всем У тебя есть то киломок там специальные нет, нет. Ну, когда зрителей не было, я там пользовался местными киломками и занимал позицию лежа. У чому ти знаходиш натхнення, наприклад, ось на баскетболі? Матч то, по суті, там один і то, ну суть одна і та ж матч. Дві команди, однакова кількість людей, і вони бігають з м'ячем. Ну, по факту. А як знайти натхнення, щоб це робити по-різному? Бо, дивлячись на твої фотографії, це виглядає по-різному. Ну так, да. насправді це доволі складно, коли це йде таким конвієром намагатися кожен раз вискати якісь кадри нові. Ну, в наше современное время, конечно, есть YouTube, есть Instagram, другие соцсети профессиональные, которые, где я все, 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 эти, скажем так, эмоции, э, идеи. Есть профессионалы, которые работают в НБА. Это для меня вообще как бы... Подглядаешь трошечки? Трошечки я. А ты как-то готовишься до поединку, до матча? Поначалу, да. Поначалу я как, как бы. Как э, что, что Ну, когда еще даже команда особо не знал, я пытался понять, разобраться, кто там лидер в команде, кого интереснее зрители, потом будут больше смотреть. Также немаловажно, скажем, следить за самой игрой, понимать, кто в данный момент времени начинает лидировать, кто ага. например, больше очков, потому что эта вся информация потом понадобится после. Соответственно, я пытаюсь снимать тех игроков, которые. Потенциально могут быть там лучшими в этой игре. Кто с игроков BC Dne най найфото э -э, най най прикольнейший? <laughs> ну, здесь я думаю, бесспорно, это Санон и Сон. Да, он, Фазуя. Мегает, он ну, ну, Возможно, это у него происходит как-то так не на подсознании, вот, но он очень эмоциональный, вот от него, от него аж прет. И соответственно, мне намного проще работать с такими игроками. Глядачів подобається фотографувати, ловити їх емоції? Не часто мы це это, да. Особливо тут важно, якщо если був великий перерив, коли не было зрителей, конечно, mm -hmm. было поначалу дуже сложно было Що Да. А от коли вони вернулись, то, конечно, намагаєшся уловить какие-то емоції, когда команда домашня делает какую-то круту атаку, завершає. эти емоції надо ловить не тільки сред ігроків і скамійки, а ще й зрителей. Там очень навічно, виходить, треба. Багато що залежить від позицій. Я задаю дуже рубрика «Тупі запитання від Нікіти. Від самої позиції, з якої ти фотографуєш ось процес. там Знизу, зверху, з трибуни. Чому це важно? Но важного. картинка в любом случае выглядит красивее в большей части, когда она снята с более нижнего ракурса, потому что и игрок выше кажется, и динамика больше наблюдается. Когда снята с верхнего ракурса, у него как бы и тело кажется поменьше. Хотя есть интересные кадры, когда, допустим, у нас зал, к сожалению, не сильно позволяет отойти далеко, но, но тем не менее у нас тоже можно делать классные кадры, заходя на высокие позиции, снимать сверху. Тому? Я все хочу достать до криші і зняти з криші. Точніше я вже знімав, але це була виша ліга. Хочеться Суперліги ще це спробувати. Ага, Теж дуже інтересно. Частіше кадри. ти робиш кадри знизу. В основному все знизу, ага. так. Да. А іноді з пола. Це взагалі тоже круто. Очень. Я ж кажу про штани. Да, да. Да. <рес> Чи багато ти їх змінив вже? Слухай, з технічної точки зору, о, як відобразити ось рух людини? Вони ж постійно рухаються, щоб це було красиво. Яка техніка? Вы я просто классов бы, если честно. Ну, здесь же важна еще и экспозиция всего кадра и э, правильное расположение объекта в кадре. То есть э, понятно, что тут надо понимать специфику спорта однозначно. И я уже, как бы имея небольшой опыт, я уже понимаю... Могу предугадать примерное движение игрока, и я заранее понимаю, в какой момент его где лучше сфотографировать, чтобы он был в, наил в наилучшей mm -hmm. форме, скажем, в этом, в этом, там, в броске, либо в проходе, либо в борьбе за Ты, ты разумеешь, что будет далее отбываться на майдане? Пример их рук. Ну, нет, всех игроков я не готов отследить. Ага. Но вот как, игрок с мячом, если он начинает идти в проход, я примерно могу предугадать, что дольше будет происходить, и соответственно это пытаться как-то скомпоновать в кадре. Mm -hmm. Хотя на, на самом деле на это времени очень мало, потому что они у нас парни скоростные, э, и надо словить нужный момент. Какие еще виды спорта ты фотографувал? Волейбол понравился. Женский волейбол, да. Был, дзюдо снимал, мотокросс снимал. Все никак не доберусь до... А, хоккей снимал не все никак не доберусь до ММА очень интересно попробовать угу. и гандбол Fernan... а футбол даже снимал но к сожалению с моей техникой на футболе тут 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 случай как чем длиннее тем лучше яку угу. камеру объектив ты використовуешь? это Кеннон. Объективы тоже все Canon. Марк 4. Это сама тушка, сам аппарат. И объектив 70-200 мм. Это длиннофокусный объектив. И есть широкий объектив 24-70 для того, чтобы снимать вблизи, скажем, больше информации заснять там под кольцом, скажем, или после игры. Сколько бабосиков это все коштует? <связано> 20 тысяч долларов? Да нет, ну нет, это не такие деньги, но и мало. Я думаю, вот такой набор будет порядка 4-5 тысяч долларов на угу. Ты это как-то там окремо, поступово придбав, или тебе там в клубе, например, что-то э, ну, поделилось? Это, 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 это техника как раз клубная, ага. да, поэтому тут... А что в тебе есть лично, какая твоя техника? У меня техника есть, но она такая уже на сегодняшний момент немножко устаревшая. Uh -huh. Да, есть Canon 6D, и он не полнокадровый. Есть объектив, вот как я говорил, 50 мм, и еще 17,85 85 Ну, скажем так, эта техника такая среднего очень уровня, поэтому с ней спорт точно не поснимаешь. Какую технику ты хотел бы иметь для работы тогда? Uh, да, это да, мы Давай. Ось прям... Хочется прям коротенький объектив. Это 16.35, чтобы еще картинка была более искаженная, mm -hmm. и прям подлезть вот в самую-самую самую ногу туловище, голову игрока. То есть максимально близко к нему под, приблизиться. И, э, скажем, нравится еще мне, точнее, как нравится, чисто в теории, я не пробовал ни разу снимать это 400 мм. Э, возможно, для нашего зала в Днепре в Шиннике, это будет довольно крупная съемка, вот. но, допустим, тот же футбол в основном снимают на uh -huh. таком объективе, на длинном, но он стоит, конечно, как, наверное, минимум весь мой набор текущий. Uh -huh. Поэтому это так, просто хотелось бы. На телефон можно ли делать, на современные телефоны, э, например, айфон, mm -hmm. нет, нет, нет. робити такие якісні фото? Нет, не получится, потому что но опять же, не знаю, я, честно говоря, в ручных настройках, возможно, есть. Тут очень важно, это скорость затвора. Тут съемка происходит где-то 1000 секунды до 1250 секунды. Mm -hmm. То есть это довольно быстрая съемка. Скорее всего, на телефоне это просто будет размыто. Есть, конечно, тоже э, интересные эффекты съемки с, с длинной выдержкой, когда игрок... Когда вокруг игрока все размыто, ну, он да. более менее в фокусе. Вот. Но на телефоне такое не сделаешь, разве что совсем случайно и то вряд ли. А, как ты обрабатываешь снимки? Что это за программа? Чи ты вообще не обрабатываешь их? Ну, Чи это да. К сожалению, я еще пока еще не научился полностью не обрабатывать фотографии. Ага. Это довольно <laughs> сложно. Это Lightroom у меня используется. Ну, собственно, в этой программе происходит вся обработка. Причем тут еще важно э, быстро это все сделать, потому что, как правило, после игры э, Фото хотят, ага. да, фотографии довольно быстро получить, поэтому там в течение пару часов э, я уже даю готовый уже материал дома, Ты работаешь? Но если, э, ну, к сожалению, да, угу. <laughs> последний ухожу из зала. Еще в съемке цикавише, пудия, або герой. Mm -hmm. <laughs> ну, всякое бывает. Если такое то значимое событие, это, возможно, будет красивее. Если это какая-то стандартная игра э, текущего какого-то... То фокусуешься то на люди, герои. наверное, интереснее, да. Твой рюкзак, он не маленький с техникой. Сколько он вашит приблизно? Да, честно говоря, я никогда не пробовал, но на навскидку, я думаю, ну, килограмм 10 точно есть. Як відбувається момент збирання речей? Як у Рембо, який на себе там начепляє? Ні, на у мене все завжди готово. Я, собственно, після ігри у мене нього карта пам'яті вже очищена, батарейка заряжена і все жде до слідчої ігри. Поэтому це так, тільки накинув рюкзак міні-Рембо. <реш> Яку спортивну подію о, ти хотів би відвідати? Ось ти загорив за ММА, але уяви, що в тебе вся планета Земля. Яку спортивную подію ты хотел бы відвидать и быть там спортивным фотографом? Ну, тут бесспорно, это NBA. Угу. Будь-який матч. Mm, на самом деле да, я не был ни на одной игре, поэтому для начала понятно, что побывав на какой-то одной игре, захочется что-то увидеть поинтереснее, каких-то звездных игроков. Но вообще в целом, это NBA, игра и, и, и океанская игра. И, ну, еще, наверное, олимпийские какие-то игры тоже были, было бы интересно. У ага. тебе є акредитація, до речі, як спортивного да, фотографа, є. так? Угу. Получало. Ну, ти можеш спробувати на Олімпіаду подати від, ну, від, від Дніпра. <ріст> <ріст> Ми вже трошки так заговорили, що ти десь дивишся, як хто працює. У кого саме ти можеш сказати, ти там вчишся підглядаєш, можливо, якісь курси є, чи якийсь журнал дивишся зі спортивними. Фотозвітами. Ну, чи просто е... якась сторінка в Інстаграмі. Щоб, наприклад, люди, які хочуть стати спортивним фотографом, прислухались, можливо, до тебе. Ну, курсів, як такових я не знаходів, на YouTube-каналі є. тоже очень много информации по этому поводу это довольно специфическая, скажем так, работа И есть просто фотографы, которые за которыми я слежу. я честно говоря, кстати, даже особые, не знаю их mm -hmm. имена фамилии ко мне как-то это не, не пока не столь важно. Больше их работы да больше их работы это как правило я подписан на тех фотографов, которые снимают, закреплены за какими-то клубами в НБА. А, то есть есть популярные за их ага. Да, да, да. Есть... Причем самое интересное, что там очень возрастные фотографы. То есть там по нашим меркам это точно уже пенсия. Метры? Да, которые еще, наверное, начинали с 70-х, 80-х на пленку. Вау. Да, поэтому Сика, я просто за ними не... интересно. Наблюдать. Я просто не знал. Что для тебя важливее в фотосъемке? Что ты хочешь передать через фотографию? Момент, емоцію чи ще щось, тому що в тебе я особисто бачив багато таких ось крупних кадрів, де прям не знаю, там Стас Тимофейенко в нього там під стікає, хтось кричить. Ось такі фотки я бачив. Що для тебе ось. от чего ты сам кайфуешь? Вот в последнее время как раз я от таких крупных портретов начал кайфовать. Когда я снимаю игроков, ну это сложно снять в динамике, практически невозможно, вот когда он более-менее там сосредоточен или там условно пробитие, какая-то пауза в игре, например, да, тогда можно поймать такой момент. И вообще, наверное, эмоции это самое интересное в съемке. В такой... Это можно назвать твоей фишкой в работе? Ну, я дивився просто і інші ж фотозвіти, других фото кореспондентів ну, деле, в інших я, клубах. Так, да, я на самом деле не, не замечал, щоб багато много кто-то вот, снимал таких крупных портретів, скажем так, Бувають, але не часто. Ну, по фото що так практично такого нет. По сути, то дивиться можно уже. Які три поради е, зі спортивної фотографії ти можеш дати людині, яка зараз е, дивиться це інтерв'ю, і каже: Точно, я хочу бути також спортивним е, фо фотографом? Які три поради можеш дати? Ну однозначно пробувати. Тобто поняти <таспорядка> в чим інтересно такий формат зйомки чи ні? конечно же, попытаться получить какой-нибудь, точнее, получить, купить, приобрести, ну, то есть каким-то образом заиметь э, соответствующую технику, потому что ну, довольно сложно снимать спортивную съемку без длиннофокусных объективов. И, ну, да, я думаю, немаловажно, это еще и должна быть какая-нибудь привязанность к виду спорта, который ты снимаешь. Это очень важно, потому что в нем, а, надо очень сильно разбираться, и, б, это, по крайней мере, любить Ти маєш на увазі, що е, не треба розпилятися на всі види спорту одночасно, а спочатку на чомусь конкретному зосередитись? Ну е, можна спробувати використовувати кілька видів види спорту, просто в них надо розбиратися. То есть нельзя прийти, я, допустим, придя там на, не знаю, там на американ... вот, кстати, еще американский футбол я не снимал. Придя на американский футбол, ну, я какие-то моменты смогу поймать, но довольно сложно. То есть надо тут привыкать, понимать, в какой момент что происходит, где поймать. Ну, так там масштаб-то поле уже совсем меньше. Да. и да. Где вообще стоять и разуметь э, Специфику правила. игры, да, правила надо понимать еще тоже. Угу. Это немаловажно. Якби ти побачив, що на рензі або в ММА добивають людину, вона вже відключиться, лється летить юшка з зубами. Ти б продовжив фотографувати обов'язково. Тут якраз тут хлопна і треба. бачили. Не те, Це Ні в кому тут не треба намагатися когось. Тут ці кадри найти. І більше того, вони можливо, можуть і в історію. Згадай найяскравішу фотозйомку, яка в тебе була на, тему, на даний момент. Ну, Наяскравіший, що ти таке. Емоції, коли ти сам дивився матч і вже не в об'єктив, а ой боже, що там за рахунок. Доволі сложно, так. ну от з останнього, що я пам'ятаю, по емоціям, це був, мабуть, фінал Кубка в Южному. Uh -huh. Когда мы проиграли, Днепр проиграл на последней секунде химику. Uh -huh. эм, от, ну сам да, сам э, Во-первых, да, волновался. Но тут еще такой же момент интересный, когда начинал снимать. Э, я еще себе не давал отчетность того, что надо до конца снимать. И я вот ловился на мысли, что я там игрок условно забивает какой-то классный там, данк или что-то. Я этот момент уже не снимаю, а просто за него радуюсь. Там, или а -а -а. Он, если я под крыльцом стоял он мимо меня я это могу ему пятенку отдать и так далее, а потом я с, понимаю, что все-таки эти моменты надо снимать до конца, радоваться же где-то там внутри у себя, не выдавать свои эмоции, потому что надо словить как раз вот эти вот моменты э, самые интересные. Вот, а вот вспоминая этот матч с южным, э, да, была эмоциональная сложная игра и мне как раз вот удалось э, поймать это, скажем так. Если взять этот кадр как э, отдельный, он себя ничего не представляет. Это просто бросок был Марченко. Ага. Но если понять его историческую э, исторический момент, он был очень, очень интересный, важный. Там интересно понаблюдать и на фоне за нашими игроками, которые смотрят э, на этот в этот момент на игрока, который нам забивает Рыкочковый решающий. Уяви ситуацию. Ти фотографуєш е, десь баскетбольний матч, наприклад. Е, і на тебе летить просто, е, наприклад, Кило натяжко: е, що ти будеш рятувати? А. Камеру, е, Б. Себе, В. в ти будеш продовжувати фотографувати і робити свою роботу. Такие случаи были у меня, слава богу, это был не Кирилл поменьше был игрок. Ну тут, скажем так, когда уже объект довольно близко приближается, то снимать уже не получится, потому что физически это невозможно сделать, технически это невозможно сделать, тут уже рефлекторно у меня правая рука уходит подальше от объекта приближающегося, ну а левая пытается его или словить то есть такое уже тоже прилетало. Иснуе э, конкуренция э, среди спортивных фотографов вообще э, и в час самого матча. По типу, так, там прикольное место, я там буду сидеть и ты такие трошечки подштовхиваешь, чтобы он. Да, бывают такие моменты, когда, ну, во-первых, если на одной игре присутствует много фотожурналистов, это подсюет тебя быть лучше, то есть не расслабляться в любом случае. Это классно. Вот. Второй момент ⁇ это есть определенная зависть, когда, скажем, ты находишься в одной точке а, и знаешь, что другой фоторов находится в другой точке, и в той, в той точке, где он находится, происходит какой-то момент, ты начинаешь, черт возьми, почему я не оказался в тот момент именно там. То есть вот такие моменты есть. Ну, так, чтобы прям конкуренции особо нет, но во время съемки, в смысле. Вот. Но, тем не менее, да, когда ты видишь у коллег, по цеху, какие-то классные кадры, ты такой думаешь, блин, вот это молодцы, вот это круто. Почему опять же не я это сделал? А это правда, что твои фотки потрапляли до ФИБА или Евролиги, там, куда-то да. в Расскажи про этот процесс, как это произошло. Это был обычный отчет после игры на Еврокапе, и мне на утро директор присылает ссылку на главную страницу ФИБА, там, где Стас Тимофеенко на весь экран, ага с его эмоциями. Ну, это просто сама, сама организация выбрала этот кадр лучший, как отчет для дня. И твоя эмоция какая была? Ну, я удивился однозначно. Мне это очень даже понравилось. Это как-то тебя стимулирует тому, что делать еще лучше работу. Чтобы тебя замечали. А, ну, вот такая и порада на завершение. Стимулюйте свою работу сами, делайте ее качественно. И колись ви. вы возможно, з'явитись можливо, десь або ваші роботи. Кайфуйте від того, що ви робите. Це був Никита Дрюченко на спортіку. Еще побачимось.